Здесь вы видите груз, поступивший буквально несколько минут назад, который на сегодняшний день будет сформирован у нас и вручен каждому мобилизованному гражданину из Иркутской области, находящейся в Новосибирске. Здесь мы видим у нас нарукавники, налокотники. Дальше у нас есть балаклавы, сапоги. И сегодня буквально должны все это вручить всем необходимые вещи, имущество. Сформировано. Так, сформировано все это нашило. Это уже другой у нас корпус. А вот на... Это вот юнга у нас. Это в Кемерово пойдет. Кемерово, юнга. Тактические вот перчатки. Перчатки у нас. Тактические. Балаклавы. Вот балаклавы, вот все сложено. Там, смотрите, там у нас. Сформирован полностью нашивало. Буквально в понедельник все будем увозить. Поштучно каждому будем мобилизованному вручать данные наименования вещевое удовольствие. Пойдем туда, считаешь? Нет, это уже посчитанные. Посчитанные, хорошо. Точно. Это вдвоем берем, это можно по одному брать. В настоящее время прибыла очередная фура с вещами из набора, который комплектуется по указу нашего губернатора для мобилизованных бойцов с Иркутской области. В настоящее время идет разгрузка. Здесь же, на территории училища, на складе производится сортировка и комплектование вещей в один набор, который будет выдан нашим ребятам до того, как они убудут по предназначению. Работа будет продолжаться практически всю ночь. Комплектуют специалисты, которые вызвались добровольно из Министерства имущих отношений, чтобы помочь организовать эту работу.